Все внимание на Криштиану Роналду. Разминается он перед матчем и явно находится в боевом настроении. Лучший бомбардир лиги на текущий момент. Это серьезное достижение. Посмотрим, что он покажет нам сегодня. Я, Георгий Черданцев, приветствую вас в Турине на домашней арене Ювентуса с новым названием «Альянс Стадиум». Теперь так называется этот стадион. И сегодня мы работаем в паре с Константином Геничем. Новое название, новая игра. Добрый день, дорогие друзья. Совсем немного осталось до начала матча. Сегодняшние хозяева очень здорово играют в защите. Лучшие показатели в лиге у них. И очень скоро мы увидим ее в действии. Посмотрим, так сказать, как надо играть в обороне. Посмотрим на состав Ювентуса. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Нам показывают состав команды гостей. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень самовариативная. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Роналду! Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Повтор голевого момента у нас. Обидный момент для вратаря. Мяча-то он коснулся, но все равно тот влетел в сетку ворот. Итак, мяч в центре поля. Ювентус впереди. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Здесь прессинг. Митрович. Потери и у соперников мяч. Пауло Дибал. Криштиану. И пробил. Вратарь! Вот это сейв! Мяч вышел за лицевую линию. Игроки Ювентуса подадут угловой. И выносится мяч из штрафной. Мбаппе. Опасно! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Пересек мяч боковую линию. Гутьеррес. Хорошо мяч перехватили в атаке. Мяч у Роналду. Натаниэль Клайн. Погба забивать должен. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Криштиану, пользуясь случаем, поздравляем его с днем рождения. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Поль Погба. Роналду. Пол команды обыграл, ничего себе! Немного сзади есть игрок, на него идет навес. На дальнюю подача. Роналду пушка страшна. И это гол! Гол в исполнении Ювентуса.
И это его второй гол. Дубль он сегодня оформляет. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Ну вот такие пасы, Нерик. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. И это Криштиану. Ох, какой гол, какой гол! Гол номер 3 записывает на свой счет Криштиану Роналду. Самый настоящий трюк со шляпой, коих в его карьере уже пруд пруди. И еще столько же впереди. Великолепно исполненный третий гол записывает на свой счет этот игрок сегодня. Продавил он все-таки оборону. Ну что, Георгий, ждем покер? Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Матч, по сути, окончен. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Момент. Нет, офсайд. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Мбаппе. Умница, вратарь. Сыграл надежно. Мяч от ворот отбил. Команда готовится подать угловой. И прямо в центр штрафной мяч летит. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Есть. В штрафной адресаты. Навес нужен. Навес на Роналду. Что дальше? Отличный сейв вратаря. Хорошо мяч перехватили в атаке. Роналду ведет за собой команду в атаку. А вот это уже здорово. Голкипер сыграл так, как и должен был. Вышел и легко забрал мяч. Ну что же, счет. В футболе бывает всякое, но голевой перевес одной из команд слишком велик, чтобы во втором тайме предрекать стопроцентную интригу. Мертенс. Арбитр назначает штрафной. Прилично до ворот, и все же он решил от... И бьет! Мне кажется, следующий штрафной ему бить не стоит. Ну, у всех бывают промахи, даже такие очевидные. Вообще, в следующий раз надо исправляться. Мертенс. Роналду. Криштиану Роналду. Готовится команда подать угловой. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Плохо подан угловой. Мяч у вратаря. Поль Погба. Удар. Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Митрович. Есть адрес для передачи. Нужно пробовать. И у соперника теперь мяч. Халк. Немного о трансферных новостях скажу. Недавно очень любопытная новость появилась. Тони Кросс переходит в Манчестер. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. И еще один мяч они забивают. Не удивлюсь, если некоторые болельщики отправятся сейчас домой. В принципе, тут все ясно. Но настоящий болельщик никогда свою команду не бросает. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку.
И вот-вот на поле появится свежий игрок, замену угостит. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Может быть, интересно. Не спасает тут вратарь. И возвращают они интригу в игру, хотя и горят с два мяча. Игра на опережение и быстрота мышления. Вот так можно было бы это описать. Да, действительно так. И защитники в этой ситуации выглядели просто статистами. Пять забили, один пропустили. Громадное преимущество. Криштиану Роналду. Роналду! Опасно! И он забивает. Резкий, короткий удар, не берущийся и точный. Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Все как предсказывали, неожиданностей нет, полное превосходство одной из команд на поле. Бывают иногда сюрпризы, но это явно не тот случай. Они настроились на победу и очень близки к ней. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Удар нужен! Здорово сыграла оборона, удалось блокировать удар. Дрис Мертенс. Выбили у него мяч, кому он достанется? Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Такой момент у Мертенса. Мертенс отправляет мяч в сетку. Мяч уже просто некуда было деваться. Чтобы не попасть с такого расстояния, надо было очень сильно постараться. Одна команда сегодня на поле. Это штрафной. Основное время матча заканчивается через 9 минут. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Атакующая комбинация Ювентуса. Где же удар? Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Арбитр показывает, что мяч ушел на угловой. У нас замена. Слышите, болельщики явно оценили действия этого игрока. Еще бы, он действительно сегодня сыграл очень ярко. Думаю, это главный претендент на звание лучшего игрока матча. Будет штрафной подавать. Когда бьют с такой дистанции, сложно назвать это голевым моментом. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Натаниэль Клайн. Мертенс. Поль Погба. Потерял он мяч, но кому он достанется? Последняя минута второго тайма. Роналду. И покидает мяч штрафной. И судья фиксирует победу.